Каких парадоксов можно доходить, когда женщина, пенсионерка, да, говорит, я плачу 2000 в месяц. За что? За свет, за газ, за воду. А вода вам подается в кран? Она говорит, нет, для нас сделали колодец. Она за что платит? За то, что она имеет право взять ведро и пойти в колодцы набрать воду, что ли? Кто у нее ворует эти деньги? Я еще раз повторяю, и без всякого стеснения даю поручение министру внутренних дел Дагестана разобраться с этими управляющими компаниями, так называемыми, которые получают деньги от людей. Они куда эти деньги расходуют?